Башкирская народная сказка «Ястреб и петух». Жил в сосновом бору ястреб, светлые брови, желтые глаза, серая грудка в крапинку. И хотите верьте, хотите не верьте, было у ястреба жемчужное ожерелье. А на голове, на самой маковке, красовался алый гребешок. А еще ястреб был очень добрым и компанейским. И поэтому постоянно летал в деревню к петуху с курицей, гостил у них по целым дням. Клюет, бывало, вместе с ними из корыта кормушки ячмень да пшеницу, а сам курице благодарно говорит: «Какое вкусное угощение! Давайте, курочка-рябочка, я за это вас летать научу!» А курице летать хочется, да смотрит она не столько на ястреба, сколько на его ожерелье, на белоснежные, на тонкой нитке жемчуга. Ах, кудах, вот бы такую прелесть мне! И вслед за ястребом короткими своими крыльями взмахнет, чуть-чуть над лужайкой взлетит, да на ожерелье ястребиное засмотрится, крыльями махать забудет и кувыркнется. Взлетит, засмотрится и кувыркнется. Так обучение полету у нее дальше этого и не пошло. А петух тем временем все глядел на ястребиный гребешок. У него-то у самого росли в ту пору на макушке лишь гладенькие перышки. И петух тоже, как курица, думал: «Вот бы и мне на голову такое, как у нашего гостя, замечательное украшение!» И сначала петух задумал вырастить себе алый гребешок сам. На алой заре пробудится, прокукарекается, встанет под широкий весь в росе лопух, стоит ждет, когда капнет оттуда розовая от зари росинка ему на голову. И вот росинка шляп, а петух вздрогнет и мчится в курятник курицы. «Глянь, что-нибудь выросло на моей макушке?» Курица смотрит и говорит: «Нет». И тогда ждет петух дождика с радугой. И когда дождик нальет лужи, а в них отразится радуга, то петух пробует радугу подчерпнуть лапой, оплеснуться семицветной водичкой. Потом курицу спрашивает вновь: «Ну, а теперь?» «А теперь?» – отвечает курица. «Опять ничего нет». Даже зоркие малыши-цыплята и те говорят: «У тебя все такие же перышки, они лишь мокрые!» И вот горевал-горевал петух, да с горя и решился на непохвальное дело. Разыскал за хозяйской избой, за своим курятником, за двором чертополохи пару семечек дурманной сон травы. И когда ястреб прилетел к ним в гости, петух подсунул семечки в корыто в ячмень. «Клюйте, дорогой ястреб, здесь, с этого края угощение слаще!» «Что ж, — радуется ястреб, — если слаще, то и поклюем!» И клюнул. А как клюнул, так в глазах у него пошли сонные круги, и он
зевнул, пошатнулся, да прямо у корыта и повалился. Лежит, голову под крыло, даже похрапывает. Курица ахает. «Ах, он почему-то уснул!» «Не ахай!» – спешит петух. «А забирай ожерелье! Тебе ведь очень этого хотелось!» Да сам ожерелье с ястреба и снял. Сам накинул на курицу, а шапочку-гребешок тоже с головы ястреба сдернул, натянул на собственную макушку. «Теперь, — говорит, — прятаться бежим!» Только вот петух-то и вправду умчался, а курица не может ступить даже шага. Склонила голову на бок, разглядывает на себе ожерелье. От счастья глаза так и закатываются. Ох, 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 ох! Но тут сонные семечки действовать перестали. Ястреб проснулся. Чувствует он, что голове холодно, что гребешка-то нет. Увидел свои жемчуга на курице. Вся доброта с ястреба долой. «Эх ты, как несовестно тебе! А еще училась у меня летать!» «Это не я!» – отступает сконфужена курица. «Это все устроил петух!» Да ястреб уже не слушает. Дернул ястреб кривыми когтями ожерелье к себе. Тонкая нитка натянулась, натянулась и лопнула. Жемчужинки мелким градом разлетелись по траве, упали в густую листву в высокие ромашки. А тут из избы на шум выскочил хозяин. Затопал по крыльцу, сердито замахнулся. «Что за незваный гость во дворе у меня? Кыш!» Ястребу делать нечего. Ястребу теперь самому надо спасаться. Полетел он без жемчугов, без гребешка к себе в дальний бор. Только и успел курице погрозить. «Как ты да петух со мной поступили, так и я теперь буду с вами. Вы у меня самое дорогое утащили, а я у вас когда-нибудь самое лучшее отберу». И верно. Повела курица на прогулку цыплят. С ними ходит, любуется на них. Петух тоже на деток радуется, гордо покачивает алым гребешком. «Вот какие у нас ребятишки! Пушистенькие, черноглазенькие!» Вдруг на двор упала быстрая тень. Видит петух ястреб. Да не просто он ястреб теперь летит, а так на петуха да на цыплят когтями и целится. «Караул!» – всполошился петух. «Сейчас с цыплятам нашим будет беда, и сам я без гребешка останусь!» Нырнули цыплята, петух и курица под низенькое крыльцо. Кричат криком, вызывают снова на помощь хозяина. А ястреб пошумел крыльями над самым крыльцом и пригрозил грозней прежнего. «Прячьтесь, не прячьтесь! Теперь всегда будет так!» Приуныл петух. «Ох-ох-ох-онюшки! Придется, курочка, нам это дело как-то исправлять. Гребешок возвращать жалко, а вот жемчуга вернуть надо бы. Идем их все-таки поищем». Но драгоценные бусинки уже раскатали по своим подземным кладовкам мышки-нарушки да кроты. И петух с курицей ничего, кроме дождевых червяков,
не нашли. Ни по первому, ни даже по второму и по третьему разу. Ищут они жемчужинки и теперь, ищут вместе с цыплятами. А как завидят ястреба, так всем стадом бегут под крыльцо. А спрашивается, почему? Да все лишь потому, что петух и курица один лишь разок, но все же позавидовали красоте чужой. Чужой красоте позавидовали, а про свою забыли. Ведь если бы они в самом начале спросили своих собственных цыплят, кто краше, ястреб с гребешком и в ожерелье, или мы, ваши родители, без гребешка и без ожерелья, то цыплята ответили бы вмиг: «Конечно, вы!»